Здравствуйте, друзья. Я без слайдов и без бумажек постараюсь из головы. Друзья мои, на самом деле мое настроение в процессе поездки сюда менялось много раз. Последние события, которые развернулись вокруг нашей встречи, многие даже присутствующие здесь не представляют, через что пришлось пройти организаторам для того, чтобы это все случилось. Я совершенно не хотел бы называть фамилии плохих людей по определенным обстоятельствам, поэтому, чтобы быть уже честным до конца, не буду называть фамилии хороших. Но тот факт, что госпиталь, что армия и народ едины, и мне почему-то кажется, что мы еще все, вот я, это моя самая большая сейчас надежда на то, что когда-нибудь на военном госпитале в Виннице будет висеть мемориальная табличка о том, что 4 ноября в Виннице родилась настоящая педиатрия Украины. Винница в этом плане уникальна еще и потому, что Винница оказалась со своей исполнительностью впереди планеты всей и таки здорово разогнала педиатров. И таки действительно самая острая проблема Винницы оказалась отсутствие педиатров на уровне семейном, о чем мы сегодня разговаривали с министром. И я довожу до сведения позицию министра, я хочу об этом все узнали, начальство тут Винницы и все остальное. Министр однозначно за то, чтобы в семейных амбулаториях были педиатры. Каждый человек, который против этого, это всего-навсего аморальный чиновник, который не готов взять на себя ответственность, которому совершенно все равно жизнь и здоровье детей, они его не волнуют. Его волнует только то, что о нем подумает его начальство. Также я очень бы хотел, это моя тоже душевная боль. Мы сегодня, нам было зачитано приветствие от самого большого педиатрического академика, который высказал мнение о том, что этот съезд, это собрание является логическим продолжением съезда педиатров Украины. Я бы очень хотел, чтобы мы не были логическим продолжением этого съезда. Я считаю, что у нас должна быть совершенно другая логика, совершенно понятные принципы. Страшную ошибку совершили организаторы, обозвав вновь созданную организацию словом «академия». Но это просто катастрофическое отсутствие представления о коммуникации. В стране, где слово «академия» в течение 70 лет полностью себя дискредитировало, где «академия» равно «академики», равно начальники, равно коррупция, равно деньги за каждую подпись, за каждое разрешение, каждую экспертную оценку. И мы называем академиками, и тут же эти, академия и наше высокое уважаемое собрание. И оказывается, что мы автоматически становимся врагами существующей академии, потому что они-то в силу своего образа мыслей уверены в том, что мы собрались для того, чтобы заниматься тем, чем занимаются они. Выписывать разрешения, продавать лицензии и так далее, и так далее. А мы всего-навсего хотим, чтобы все признали, что никакой национальной медицины не существует. Если кто-то еще не знает слова великого Чехова, который сказал, не бывает национальной науки. Все, что национальное, это уже не наука, как не бывает национальной таблицы умножения. Я считаю, что любые разговоры об уникальности нашего пути, об особенности украинской ангины, о том, что у нас есть уникальные болезни, которых не знают где в мире, это вакханалия с 5D, с диатезом, дисбактериозом, дискинезия желчевящих путей, давление внутричерепным, вегетососудистой дистонией. Вот этот наш, это наша же медицина, друзья мои. Это же даже невозможно перевести на тот английский язык, который мы якобы должны знать. Они там вообще не понимают, что это такое. Да? Я хочу, чтобы мы четко понимали, что когда мы говорим об отличиях цивилизованной медицины, цивилизованной, от нашей медицины, то главное отличие, наверное, состоит в том, что недопустима позиция, когда сколько врачей, столько мнений. Когда на каждый ответ, на каждый вопрос дает ответ не конкретный профессор Иванов и мнение его кафедры,
А ответ дает великая медицинская наука, которая знает ответы на вопросы. А наша задача знать эти ответы, реализовать их в современные протоколы, использовать это на практике и не строить из себя великих специалистов. Но тогда получается, что никто в этой стране не должен писать протоколы. А действительно, а зачем нам писать протоколы? А вы никто у нас в стране не собирается написать там какой-нибудь протокол по эксплуатации современного дизельного двигателя, который стоит, например, в автомобиле BMW? Вы же себя не считаете законодателями мод в автомобилестроении, хотя пытаетесь. Так почему мы должны считать себя с нашими результатами, с вот этим позорищем? Я настолько благодарен нашему сегодняшнему первому докладу, вот этой вакханалии, да? Вы не представляете, вы подняли такую кучу проблем. Вот смотрите, нам показывают бумажку с кучей назначений. Но если речь идет о стенозирующем ларинготрахите второй и третьей степени, ребята, это же 100% клиническая больница. Это же 100% клиническая больница, где есть профессор, доцент, который ходит, консультирует этих детей. А куда они смотрят? Куда вы смотрите? Как можно допустить в 21 веке иметь отделение, где делают 60 уколов в день детям? Внутримышечные инъекции детям в 21 веке. Ребята, это ли не позорище? Послушайте, я даже не хочу рассказывать вам, хотя, честно вам скажу, иногда хочется. Я просто немножечко не шоумен, как вы думаете. Понимаете? Я, может быть, с удовольствием бы рассказал вам сейчас про небулайзерную терапию, чтобы вы не сидели с лапшой на ушах. Но мы же страна, где продаются фактически видеомагнитофоны. Ну вот представьте себе сейчас, вот еще раз, каждый из вас разбирается в слове видеомагнитофон, в кассете для видеомагнитофона, да? И прекрасно понимаете, что в 21 веке никому видеомагнитофон не нужен, да? Как бы вы отнеслись к специалисту по радиоэлектронике, который бы каждому своему клиенту предлагал видеомагнитофон? Вот как? Вы бы сказали, что он кто? Шарлатан, бандит, нехороший человек, который хочет на вас заработать. Слушайте, так давайте тогда, если вы такие специалисты, давайте вообще спросим, что такое небулайзер? Небулайзер. Это аппарат, который создает какой аэрозоль? Мелкодисперсный аэрозоль. Зачем нужен мелкодисперсный аэрозоль? Суть – это основы физики 8 класса. Дисперсность аэрозоля – это размер частиц, растворенных в аэрозоле. Есть правило физики. Чем мельче частица, запомните, чем мельче частица, тем глубже попадает раствор в дыхательные пути. Это азы, это физика. Стыдно этого не знать. Что такое небулайзер? Слово небула, туман. Это специальный аппарат, который создает какой аэрозоль? Мелкодисперсный. Лечение мелкодисперсным аэрозолем болезней верхних дыхательных путей. Ребята, ну что вы? Мелкокапельным аэрозолем лечат. Я понимаю, когда речь идет об ингаляционной терапии, о современных аппаратах с переменной дисперсностью, где мы можем поставить маленькую дисперсность и лечить инфекции нижних дыхательных путей, поставить крупные размеры частиц и лечить стенозирующий ларинготрахит. Если мы засунем в небулайзер адреналин, весь адреналин где будет? В нижних дыхательных путях. Это прямой путь поступления адреналина в кровь. Вы получите ребенка с инсультом. А это должен быть крупнокапельный аэрозоль адреналина, который где осядет? На уровне гортани. Тогда он сработает. Но заметьте, к чему я все это говорю? К тому, что тысячи педиатров по всей стране продают мамашкам-балахманам. Кого? Ингаляторы под названием небулайзеры. И они лечат этими небулайзерами сопли. Заливают туда вот этот весь растительный бред. Вот вы видели там синупред? Спиртовые растворы заливают. Потом у них спазмы дыхательных путей. Потом они говорят, нам не помог небулайзер. Так мы страна продажи видеомагнитофонов получается. Это, собственно, я вам пытаюсь рассказать. Я бы с огромным удовольствием прочитал вам лекцию по стенозирующему ларинготрахеиту. Но вопрос же это другом. Вопрос в том, что мы для начала, для того, чтобы мы вообще имели право собираться, для того, чтобы нам не ставили палки в колеса, мы все должны сформулировать некие принципы нашей жизни. Жизни в нашей стране, даже не жизни, а чего уже? Выживания. Да? И поэтому как звучит тема доклада? От медицины национальной к медицине цивилизованной. Да? То есть
Какие главные принципы или, может быть, признаки цивилизованной медицины? Нет той суммы, которая может повлиять на ваше врачебное решение. Вы говорите то, что требует от вас честь, совесть и медицинская наука. Вы не продаете лекарства, вы не имеете процента от коллег, вы не имеете процента от лаборантов. Вы честный человек, вы лечите так, как лечите своего ребенка, но вы хоть знаете, как лечить. Да? И второе правило, вы лечите по стандартным протоколам. Вы не понимаете, что такое весь чудовищный бред, который мы увидели вот в этих замечательных таблицах. Все эти отхаркивающие средства, которые по нашему закону можно детям до 2 лет, а во Франции и в Италии диплом заберут у специалиста за этот бандитизм, понимаете? А я, как человек, который в реанимации с этими муколитиками напрыгался, знаю, как они умирают от отека легких после всего этого. Знаю я это все. Но мы же молчим почему-то. Мы, вот еще раз, есть самая теоретически уважаемая организация, которая является, фактически должна быть, отстаивать интересы детей. Если в стране, это я считаю такой организацией, медицинскую элиту, это кафедры педиатрии всех институтов, и института усовершенствования, и обычных медакадемий, и академию медицинских наук. Это элита, которая должна отстаивать интересы детей перед государством, которому в принципе не до детей уже многие годы. В стране разгоняют педиатров. Идиоты, клинические идиоты решили, что в мегаполисе при наличии построенной сети детских и взрослых поликлиник надо это разломать, перемешать и устраивать эти бандитские приемы. Где была Академия медицинских наук? Вы должны застрелиться после этого. Хорошо, в стране самый низкий в мире уровень вакцинации. Когда мы видели открытое письмо Академии наук президенту в Совет национальной безопасности, когда кто-нибудь из вас, имеющий доступ к высшим чинам государства, дошел до них и сказал: пустите меня на трибуну, я хочу обратиться к политикуму, к народу, сказать о том, что нас ждет. Когда эти бандиты в Раде голосовали за запрет GMP, что без, да, вроде казалось бы, они все были умные, да, но запретить возить в страну сыворотку и не найти альтернативный источник, это как называется? Это, мягко говоря, преступление. И каждый человек, который за это проголосовал, не имеет права к политике подходить близко, а их там половина таких осталось. Знаете, друзья мои, кто из присутствующих, поднимите руку, хоронил детей с дифтерией? Ну вот, значит, поймет меня до конца 1 человек. Спасибо, 2. Так вот, давайте оценим вот существующее положение вещей. Вот Аронос вообще этого не поймет. Вот вообще не поймет, я думаю. Вот это не другой мир, это вообще планета другая. В стране вакцинировано от дифтерии менее 30% детей. 3 недели назад россияне опубликовали доклад о 2-кратном росте заболеваемости коклюшом. Вы понимаете, что это значит? Это же параллельные вещи. Значит, если 2-кратный рост заболеваемости коклюшом, значит, по вакцинации, по дифтерии ситуация просто безумная. К нам вспыхнет очаг, в стране нет противодифтерийной сыворотки. Ни 1 миллилитра, нигде. И каждый, кто его сюда привезет, нарушит закон, потому что оно тут уже теперь не зарегистрировано. Сколько вам надо времени, господа академики, чтобы написать открытое письмо? Они меня не слышат, я обращался лично к Турчинову уже 8 раз. Они меня не слышат, я для них шоумен, ладно, бог с ними. Но вы же эксперты, почему вы не пользуетесь своим положением в обществе, своими должностями, тем фактом, что вас кормит бюджет, я зарабатываю на себя сам и на свою структуру. Но важно, почему мы не слышим этого? Почему нельзя приостановить действие этого бандитского указа и завести противодифтерийную сыворотку? Хотя бы противодифтерийную. Я уже не говорю о тех несчастных детях, которые поумирали от столбняка, непривитых, да? О том, что творится с коклюшом, реально творится с коклюшом в этой стране. Если бы мы увидели реальную статистику, волосы бы дыбом стали, Евросоюз сейчас бы еврозабор строил вокруг Украины, а не обсуждал бы безвизовый режим. Так это как хорошо, что мы не знаем английский, еще туда не дошли. Если мы бы знали английский, они бы тоже все узнали, оказывается.
Так радуйтесь, что мы по-нашему говорим. И вот, собственно говоря, мы и подошли к вопросу, кто станет на нашем пути. Те, кто не хочет работать по-цивилизованному. Те, кто выписывает разрешения на лекарства, которые не нужны ни в одной стране мира, а таких 70%. Те, кто, мы прекрасно понимаем, что если мы с вами, будем работать по протоколам, то 70% того, что продается в аптеках, просто никому не нужно. Кто защитит наши права? Да? Тогда, а как мы будем выживать? Нам же никто проценты не даст. А мы будем, потому что мы должны сформировать своих пациентов, своих нормальных. Для этого мы должны преодолеть вот то самое главное препятствие, которое станет на нашем пути. А самое главное препятствие, я его формулирую как мнение бабушки. Потому что каждый практикующий педиатр прекрасно знает, что самое главное, что мы, страна так до такой низкой планки опустила педиатра, что бабушки у нас явление более авторитетное. Но простите, пожалуйста, как можно жить в стране, где детей растирают уксусом и спиртом? Как это можно? А? Как можно мириться с этим в попа засовыванием всяких... Заметьте, я уже матерый человек, я не называю никаких торговых названий. Но засовывание в попу препаратов интерферона, это же национальный позор, как нам не стыдно все. А эти все, послушайте, а человек, который написал диссертацию на тему роли бифидумбактерина во влиянии на тяжесть течения острой респираторной вирусной инфекции, этот человек о чем думал, а тот, кто писал на это рецензии, а все, чем они думали? А что, мы все не знаем, как мы получаем? Мы получаем категории? А как мы, да, а как диссертации? А как статьи? Послушайте, я по каждой теме могу вам протокол написать, кому и сколько занести. И каждый это знает. Каждый знает это. А мы что обсуждаем? А мы обсуждаем протоколы. В 2006 году, в 2008 году написали протоколы, а их не подписали. Так может хорошо, что не подписали? Поверьте мне, вот я вам честно скажу. То, что произошло в Виннице, это маркер общества. Просто несколько сот чистых, светлых людей, уставшие от беспредела этого педиатрического, просто захотели собраться и поговорить. И уже великие люди, все тут присутствуют люди, которые с этими великими людьми встречаются каждый день. Можете им передать, что в следующий раз я лично назову фамилии и лично назову их первым лицом государства. И имея 2 миллиона подписчиков в социальных сетях, озвучу каждого человека. Послушайте, люди, мы вас не трогаем. Давайте оставьте нас в покое. Дайте нам идти своим путем. Не становитесь на пути, не устраивайте войну. Пожалуйста, дайте нам научить хотя бы людей жить по-человечески, воспитывать людей, бороться за будущее нашей страны, в конце концов. И еще я хочу о чем вот вас очень попросить. Коллеги, любимые, родные ребята, давайте перестанем гадить друг на друга. Давайте вот сформируем некий меморандум нормальных врачей. Ну послушайте, если вы же прекрасно понимаете, что если вы не лечите сопли антибиотиком, то 1 из 5 000 окажется менингококковым назофарингитом. Правда? И когда он привезет его в стационар, то первый же умник в стационаре скажет, что это ж вас довели до менингита. А что, не так? Так. И каждый раз, когда вы назначаете весь этот абсолютный бред, вы же думаете не о пациенте. Вы думаете о своих коллегах, которые обгадят вас. Послушайте, я даже не говорю, я даже не пытаюсь делиться с вами личным опытом. Когда ты выползаешь после 3 бессонных ночей, и у тебя умирает ребенок, и ты видишь, как все светятся от счастья. Да, ребят, да, это так. И каждый нормальный человек, который рискует своим здоровьем, своей жизнью. Да, своей жизнью. Я в возрасте 28 лет был на том свете, надышавшись в реанимации, имея сепсис. Сепсис, вызванный реанимационной флорой. Ну и что дальше? А что я имел от этого, за это? А я имел радость, когда у меня умирали больные, всех своих коллег. И каждый человек, который идет моим путем, это знает. Что ты можешь вылечить 1000. Но Боткин в жизни ошибся 2 раза, а у каждой его ошибки написаны романы. Да? Поэтому идите вперед. Я бы очень хотел. Это потому что нам же надо что-то решить с вами в конце концов, да? Что-то решить. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы по итогу
может быть, на перспективу. Мы составили некий меморандум членов. Вот какие обязательства берут на себя люди, которые являются членами Украинской академии педиатрии? И это люди, которые, ну давайте просто представим, чего мы больше всего хотим, да? Которые за вакцинацию, которые против фуфламицинов, которые не понимают, что такое гомеопатия, которые не знают слов диатез, дисбактериоз и прочий бред, да? Которые не лечат детям в сознании внутричерепного давления, которые в конце концов не понимают, как это можно ребенка, которого надо поймать и уколоть в попу. Ну как это? Который рассказывает эти дурацкие сказки про аллергию на яичный белок у ребенка, который перед этим съел два яйца в виде омлета. Понимаете, ну он, омлет он жрет, а прививку от гриппа ему делать нельзя. Почему? У него оказывается аллергия, его после яичницы из двух яиц сыпет. Поэтому у него аллергия на белок, это говорит врач. Его так лечить нельзя, понимаете? Который назначаем, это мы же назначаем все эти безумные иммунограммы. Дай только денег, дайте. Мы же такие специалисты в тех показателях, которые там в иммунограмме написаны. Мы так здорово умеем на них влиять. А что, если мы все это сделаем? Так это же надо половину аптек закрыть, половину лабораторий разокрыть. Там мы же с голоду, братцы мои, поумираем, да? Еще о чем я хочу. То есть мы должны сформулировать, чего я не буду делать, если я член Украинской академии педиатрии. Я никогда не назначу лекарства с недоказанной эффективностью. Давайте сформулируем список этих лекарств. Вот МНН и лекарств, которыми мы не лечим никогда. Послушайте, давайте, я вас очень прошу, ребят, ну прекратите, пожалуйста, беспредел с муколитиками. Ну это страшно. Да, я готов прочитать вам лекцию по муколитикам. О том, что главное достоинство муколитиков – это способность муколитиков увеличивать многократно концентрацию антибиотиков в бронхиальной слизи. И с этой позиции препарат номер один не амбраксол, который льется кругом, а именно карбоцистеин, как препарат номер один. О том, что да, назначение карбоцистеина при гнойно-воспалительных заболеваниях, при гайморитах, при гнойных отитах, при пневмонии и так далее, оно действительно увеличивает концентрацию антибиотика. Да, но когда это надо? В единичных случаях. Это всегда стационарная уникальная ситуация. Ребят, забудьте слово муколитики. Здоровее будете. А академики, конечно же, скоро напишут письмо президенту с требованием немедленно запретить рекламу муколитиков по центральному телевидению. Хоть, а это форменный бандитизм. Не надо запрещать рекламу лекарств, не надо. Потому что если запретят рекламу лекарств, ребят, как человек, работающий со СМИ, очень хорошо знаем. Запретите рекламу лекарств, половина СМИ просто закроется. Реклама лекарств – это легальный налог, который фарма платит СМИ, фактически. Не будет фармы, закроется половина газет. Не надо. Но рекламировать можно только лекарства без рецептурного списка и с доказанной эффективностью. Пусть рекламируют себя на здоровье. Но извините, пожалуйста, когда у нас академики рекламируют гомеопатию, когда люди, которые выращены за государственные деньги, получили дипломы за государственные деньги, стали профессорами за государственные деньги, но не уверены в пользе вакцинации, почему они продолжают получать деньги от государства? Должна быть какая-то государственная политика, в конце концов. И последнее, перед тем, как я хотел бы услышать от вас вопросы. Поверьте моему опыту. Если нас все-таки задавят, а вероятность, ребята, очень высокая. На самом деле, очень высокая. Потому что в среде педиатров запрос появился, а в обществе запроса нет. Общество по-среднему по-прежнему хочет врача, который будет ходить перед вами на цыпочках, который будет заглядывать бабушке в рот, назначать отвлекающие процедуры, говорить гулять не надо, жрать надо, вот вам список лекарств и обязательно попарьте ножки. Да? Так вот этот запрос в обществе, к сожалению, сохраняется. Но наша работа по просветительству все-таки приводит к тому, что из 10 пациентов один нормальный встречается. Если вы действительно ушли в частную медицину и можете себе выбирать пациента, что за 3-4 года разъяснительной работы вы таки наберете себе нормальных пациентов. И задача наша фактически стоит в том, чтобы сформировать популяцию адекватных родителей. И этими родителями обмениваться. Что когда мне приходят сотни писем с вопросом: Евгений Олегович, назовите хоть одного педиатра в городе А, Б, В, такого, который не лечит сопли антибиотиками. Назовите хоть одного, который при пневмонии не колет попу. Я хочу знать, что в городе Винницы у меня есть тот-то, в городе Ивано-Франковске тот-то. Чтобы я хотя бы мог вывесить список. Вот у меня на сайте список нормальных врачей. Ребята, заходите, берите, лечитесь, я вам помогу. Но, ребят, если я вывешу список, а мне настучат, что вы линексом с цефтриаксоном лечите пневмонию, не будем тогда дружить.
Ребят, я просто хотел бы, чтобы мы действительно добились взаимопонимания друг с другом, ни на кого не надеялись, действительно учились, учились, учились и учились. Использовали все способы поддерживать друг друга. Пожалуйста, не воюйте с плохими людьми, не воюйте, это ничего не даст. Обходите их. А задача руководства ассоциации сделать так, чтобы плохие люди не имели возможности влиять на хороших. Пусть они идут своим путем. Своим путем вместе с фуфламицинами, вместе с этим всем антипрививочной вакханалией, вместе с отсутствием этики и вообще любви к детям. А хорошие люди должны размножаться. И судя по тому, как нас тут много, мы таки что-то умеем. Спасибо всем. Дуже дякуємо за... Спасибо, друзья мои, спасибо. Дуже дякуємо за емоційну доповідь, за емоційну доповідь. Я хочу просто добавить, я вот разрешу то, что я рассказывал сегодня министру, что когда я приезжаю в Казахстан или в Киргизию с лекциями, то местный институт усовершенствования врачей рассылает врачам бумагу. Мы вас учим. Комаровскому не ходите. Они переодеваются мамашками, берут детей и приходят, типа они пришли на встречу. Вот. А в Украине ничего подобного нет. В Украине даже не приглашают. Чтобы вы поняли. Туда хоть зовут. Еще питание. Прошу питание у кого. У нас есть вопросы из зала. Евгений Олегович, ваше отношение к цельноклеточной вакцине АКДС индийского происхождения, которую нам закупило государство. Спасибо, я все понимаю. Да. Мне можно полслова, я дальше уже все знаю. Друзья мои, с одной стороны, мы это все прекрасно понимаем, что с точки зрения действительно эпидемиологии, включение, вообще изобретение ацеллюлярной вакцины в стране, где половина не привита, это бандитизм, это преступление. Ну, понятно, что ацеллюлярные вакцины менее реактогенны, но и менее иммунны. Ацеллюлярные вакцины хороши там, где 95% привиты. А там, где вот то, что у нас, моя воля, я бы ацеллюлярные вакцины запретил и инактивированный полиомиелит запретил, потому что в стране нам нужно активно нарабатывать уже иммунную систему. Тем не менее, в ситуации, когда народ категорически против вакцинации в своей массе, закупка вакцины с прекрасной иммуногенностью, но огромным количеством местных реакций, это прямой путь добить вакцинацию. Сначала, друзья мои, надо было вернуть доверие к вакцинации нормальными цивилизованными вакцинами, минимальным количеством побочных эффектов, а потом объяснять людям: ребята, мы рекомендуем вам проводить разъяснительную работу, но когда 10 человек пошли прививаться, у 9 температура и болит бедро, да, то 10-й не пойдет вообще, и 100-й не пойдет. Да? Поэтому в условиях нынешней антивакцинальной вакханалии я считаю, что это была ошибка. Опять-таки, а где же наши профессионалы? А что вы советовали этим закупщикам? Фух. Есть еще один вопрос. Так, є тільки одна проблема, що ацелюлярної вакцини є брак в цілому світі і її на ринку брак. А процес виробництва вакцини ацелюлярної є 2,5 роки, технологічний процес. Значить, її треба колись тому замовити, а ніхто цього не зробив і зараз не збирається це робити. Прошу ще питання. Да, ще один вопрос, зачитаю, як він є. Растительний бред через небулайзер. Може, це IQ врача, а не препарат Синопред, вошедший в клінічний протокол республіканського лора? Послушайте мене. То, що Синопред. На самом деле, я искренне советую сторонникам некой торговой марки не задавать мне провокационные вопросы, потому что я по поводу Синопреда могу рассказать, например, о 4 лично моих пациентах, которые с острым анафилаксией после Синопреда попали в реанимационное отделение. Я знаю только одну потрясающую историю про Синопред, которая на меня произвела душераздирающее впечатление, как одна из моих пациентков решила, что это вот назначили ребенку, но я ребенку не буду назначать, я себе назначу. Ну только ему назначили 5 капель, а мне 30, значит, надо, посчитала она. Но она перепутала и решила, что это надо капать в нос.
Вот когда она накапала себе 30 капель синдуприта спиртового раствора в нос, это было такое счастье, да? Вот она сказала, что с таким носом она сказала, знаете, у меня, кажется, прошел гайморит, которым я мучилась. Меня не интересует. Послушайте, ребята, нельзя никакой травкой доказать ее эффективность при вирусной инфекции, не нарушая протокол цивилизованной доказательной медицины и обследования. Это профанация просто. Если его кто-то в какой-то протокол включил, это халтурщики от медицины. Все. Дякую. Я хочу тільки одну фразу додати, щоб ви не думали, що так, як думає Комаровський, більше ніхто так не думає. Я в Польщі на з'їзді педіатрів познайомився з одним професором. Він мені каже, віж, Ярик, це до мене він говорив, яка є найтяжча ситуація в медицині практичній. Коли приходить баба до лікаря, лікар теж баба. Коли приходить жінка, але це не означає, колеги, що жінка до жінки, це означає то, про що ми говорили, бабське мислення. Я би так, типу, знаєте, що таке бабське мислення? Ну, примітивне мислення таке, яке... Дякую. Давайте. Есть еще один вопрос из зала, если можно. Евгений Олегович. Сейчас, одну секунду, а потом. Хорошо? Да, да, я слушаю. Мой. Я как заместитель главного врача вот принимаю отчеты. У нас реформа окончилась, так званый эксперимент пилотный, хотя пилота мы не знаем. И вот уникальная картина. 31-я форма – это работа всех участковых раньше педиатров, теперь семейных врачей, показала, что на одного ребенка до года у нас приходится 0,8 заболевания. Ну, Бенджамин Спок говорил, что 5-7 – это нормально. Это заболевания, которые формируют иммунитет, они должны фиксироваться. Мы полностью с вами согласны. По других там формочках, что мы показываем, практически семейные врачи в своем большинстве очень далеки, если не вчера были проктологами, смотреть, что там было, перинатальные станы, их сейчас очень много. Хотел бы вопрос услышать, если да, можно. Так я вот хочу вас спросить, как оценить сегодня работу, эффективную работу семейного врача по прошествии вот этих 5-6 лет семейной реформы, чтоб вот этим дебилам, которые там сверху, как вы сказали, ее запланировали, привести их к ответу. Я хотел бы дополнить, есть такой ибо Игорь Губерман. Нет, Игорь Губерман. Про ответ, это вы, да-да. Да-да. Он в своих гариках на каждый день написал, это всем нам, обществу, я говорю о ментальной медицине. Мой кругозор кристально ясен и полон радужных картин, не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин. Ну, я вас услышал. Спасибо. Друзья мои, оценить состояние детского здоровья совсем несложно, даже применительно к нашим ситуациям. Причем, заметьте, заболеваемость не является критерием, потому что с тысячами болезней просто никто никуда не обращается. Да? Ну, оцените количество госпитализаций, количество внутримышечных инъекций и количество пожираемых детьми лекарств. Просто, ну, для начала просто. Вот, и тогда мы сможем сравнить вообще, да, что как. Нет же, дети должны болеть, это же нормально. Ребенок, посещающий детский коллектив, должен болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год. Но он не должен лечиться антибиотиками 6-12 раз в год. Он не должен жрать эхинацею 6-12 раз в год. Он не должен лечиться по стационарам. Но простите, пожалуйста, а много вы знаете детских, вы же вот организаторы здравоохранения, вы мне задаете вопросы, да? Ну так вот пойдите сегодня, зайдите, например, в зоомагазин, купите там гигрометр. Ну, почему он в зоомагазине, знаете? Потому что если вы лягушку заведете, то без гигрометра никуда. А если ребенка, не обязательно. Так вот, вы купите в зоомагазине гигрометр и пройдите сегодня по детским садам города Винницы и скажите, в каком детском саду влажность от 40 до 60%, которая предписана законом Украины. А в каком детском саду гуляют 4 часа в день с детьми, как предписано законом Украины. Вот и все. Все. И так далее. Я уже не говорю про костюмчики, в которых можно ползать по лужам, про людей, про детей, которые каждый день должны идти куда-то в лес, в парк и так далее, в любую погоду. Вот вам оценки критерий того, как определяется детское здоровье, а не количеством засунутых в них лекарств и построенных больниц. Дякуем, дуже весетна відповідь. Да-да, вот вопрос еще, да. Евгений Олегович, входит ли в ваши планы членство Украинской академии педиатрии? В качестве советника. Дякуємо. Слава приємно Богу, дуже. Так, спасибо. Приємно дуже. Дякуємо, пане Олег. Пане Євген. Спасибо, друзі. Спасибо. Дякуємо.